Купальник Анита 96-26 Камака. Сделан в виде танкини, то есть майка и трусики в цвет. Майка модного полосатого принта. Треугольный лиф. Этот купальник предназначен для груди с чашками С и Д, то есть для небольшой груди. Бретелями мы регулируем поддержку. Также внутри чашки встроена небольшая поддержка. Для такой груди С и Д этого будет достаточно. Майка на животике имеет специальные складочки, которые закроют живот, защитят его от ультрафиолетовых лучей. И этот купальник вы можете носить до самого последнего месяца. Он на вас налезет, давить не будет. Так купальник выглядит сзади. Здесь достаточно открытая спина. И плавки и спинка сама хорошо обтягивает по фигуре. То есть вы будете красивой такой, замечательной. Купальники Анита – это купальники немецкого производителя. Анита – это мировой бренд, и главный упор в своих изделиях он делает на качестве. И прежде всего на качестве материалов, из которых шьются купальники. Прежде всего, эти ткани, которые используются в пошиве купальников, это ни в коем случае не стоковые ткани. Это ткани действительно свежие, действительно 2017 года, которые немецкий производитель закупает в модных домах Италии и Франции. Во-первых, они специализированные для шитья купальников, то есть они быстро сохнут и достаточно эластичные. Агрессивное воздействие солнца, соленой воды, либо воды в бассейне на них не влияет. И принты, которые вот вы видите, они не будут выстирываться. Также, если вы будете использовать солнцезащитный крем на теле, то в местах касания купальник будет хорошо отстирываться и не оставаться на внутренней части каких-то там пятен. В этом году, 2017, Анита сделала вот такой вот модный полосатый принт. Также есть цветочный принт с плавками полосатыми и лямками полосатыми, и принт, ну, такой какой-то гавайский в листиках, и также есть принт коралловый в ананасах, тут в фруктах, в общем, такая вот сочная тема.